Добрый день, уважаемые отдыхающие. Приехали мы в Таиланд, Джамтен, Южный Джамтен, и размещаемся вот в этом отеле Grand Jamtien Palace. Палац, или как его еще там называют. Вот такой фасад здания. У этого здания выход, вернее не выход, а вид на море, на залив. Красивый вид. Здесь достаточно вот выйти, перейти дорогу, и уже стоят шезлонги. Шезлонги убирают, как нам объяснили, по средам здесь санитарный день. Шезлонги не выставляют, будет чистый пляж, его будут убирать. Когда заказывали номер, мы сразу заказывали, чтобы нам дали вот, фасад, чтобы вид был изумительный. Также есть боковые, потом покажу, балконы, которые выходят под углом. Ну, также видно хорошо залив и все это. Вид немножко похуже, но все равно видно. Утром просыпаешься и красота. Вот здесь слева терраса, столики стоят, это завтраки. Завтраки здесь получается с 6 утра до 10. Но особо не задержишься. Справа это тоже входит в комплекс этого отеля. Ресторан Sea Food. Дальше вот еще один ресторан. Там бассейн, лужайка, и дальше вот бунгало. Потом пройдусь, покажу. Холм. Кондиционеры работают хорошо. Здесь же можно туристические взять туры. Здесь же бар сразу, ресепшн. Документы отдали, сейчас нам оформляют. Вот. Здесь бар. Утром здесь завтраки проходят. О, если получится снять, сниму, что есть на завтраке. Лестница. Здесь Snooker and Games. Игровые. Ну, что-то закрыто. Документы оформили довольно-таки быстро нам. Два лифта. И здесь сразу дверь на пожарную лестницу и выход к бассейну, вернее к бассейну. Вот где там автомобиль вдалеке, а там шале, бунгало. Вот схема этажа, вот эти номера, которые на шестом этаже, у нас 601, 602, это фасад, а вот эти номера это боковые. Заселили нас в номер 608, угловой номер. С одной стороны хорошо, здесь электронный ключ. Сразу его вставляем. Какой шикарный вид. Хороший номер, шикарный вид. Обещали
ветерок на улице, бассейн под окном и панорама. Шикарная панорама. Я уже приключение пробуждения утром. Шикарно. Шикарно. Ладно. Здесь еще окно на эту сторону. Конечно, окошко пыльное, но оно открывается. Оно открывается. Ха-ха. Замечательно. В некоторых отелях такого даже нету. Ни балкон не открывается, балконов нет. А здесь и балкон есть, и окна открываются. И со второй стороны тоже открывается. Да, и со второй стороны. Просто здорово. Просто здорово. Умывальник, унитаз. Ну, душевая кабина под шторкой. Никаких излишеств нету. Ну что, прекрасный номер. Ну вид, конечно, он прекрасен. За это стоит заплатить. И главное, дорогу перешел, и ты на море. Изучаем район, где что и сколько стоит. Вот такой бассейн, неглубокий, примерно метр. Здесь 8 этажей по 8 номеров. Это красивый фасад. Хорошо сидеть на завтраке и любоваться такой красотой. Гранд Шале Твинг. Это и есть бунгало Grand Jamtien Palace. Но особо здесь от бунгало я не знаю. Трехэтажное здание. Также свой бассейн небольшой. Тоже кафе. Здесь еще вот двери закрыты, одноэтажные номера. Это тоже бунгало. Значит, получается, здесь еще разновидность есть. Бунгало это вот одноэтажные. Это, наверное, как-то кондоминиум, может быть, называется. Не подскажу. Посередине массаж делают. Ну, тоже свой бассейн, душ также на улице, бар, но бар не работает здесь. Вот такая территория у отеля. Ладно, идем обратно в сам отель.
расположен возле моря, что очень удобно. А между корпусами техническое здание, здесь же парковка для персонала. Вот такое красивое подстриженное дерево, и там целый ряд деревьев стриженных, шарами их сделали. Зайду с другой стороны света. Вот так вот. Смотрится красиво. Птицы очень красиво поют, птицы по утрам. Вообще шикарно. Ну, рядом у нас храм. Здесь, вернее, он даже не один храм, здесь храмовый комплекс. Красиво. Зелени тоже много. Ящерицу увидели, типа тритончика. Попробую подойти, убежит, не убежит. Нет, сидит, смотрит, изучает. Ирокез на голове. Любопытная. Телефон держу от нее в 10 сантиметрах. Но убежала. Тайская белка бегает. Маленькая, худенькая. Не то что наши сибирские слоники. За дерево прячется. О, там еще одна покрупнее есть. Рядом здесь с отелем сбоку лужайка большая зеленая, такой красивый храм какой-то сделан, типа детской площадки. Здесь можно походить, с детьми поиграться. Зеленый газон ухоженный, здесь же сетка натянута, можно поиграть волейбол, пионербол детям можно поиграть. Деревья ухожены. Территория отеля немножко в сторону. Сам отель вот он стоит, получается. Это мы сзаду его видим. Бассейн. Помимо того, что бассейн есть на четвертом этаже, небольшой, бассейн есть на улице. Храмовый комплекс какой-то, буддийский. Здесь вот массаж делают, к
закрытые такие навесы. Сам пока не ходил здесь, ходили в другое место. На улице под открытым небом не хочу делать. А вот в спа-салонах хорошо делают. Ну, в общем, массаж не делал, только на ноги. И вот такой вот бассейн. Бассейн большой, вода теплая. Где-то получается 29 градусов температура воды. В детворе вдоволь накупаться можно, кто не хочет в море купаться, в заливе. Здесь же бар есть, здесь Wi-Fi есть. Wi-Fi сразу сам не подключал. Пытался, потом не смог подключить. Пошел на ресепшн, попросил. На ресепшене включили. Лежаки. Все, в принципе, достойно. Бассейн чистый, ухоженный. Потом сниму его, еще поднимусь, сниму сверху с отеля. Отель вот так вот на две стороны выходят балконы, на одну и на другую сторону. Получается, с торца видно. У нас с фасада, у нас целиком видно залив, вид хороший. Здесь же рядом есть Seafood, тоже ресторан. К отелю относится. Блюда сфотографированы, можно выбрать здесь туалет на улице. Так что можно прямо на месте и покушать. Опять же, пока еще не кушал здесь. Попробуем, посмотрим, какое меню, какое качество приготовления блюд. Метров, наверное, 500 вправо, в сторону центра, есть рынок. На рынке вчера заказывали, вернее, как заказывали, даже не заказывали, там сам покупаешь и ешь то, что пожелаешь. Заказали морепродукты, кальмар, креветки, мидии. И суп том-ям. Суп том-ям, большая порция, вышла 60 бат. Кальмар, здоровый кальмар, вышел 50 бат. Креветки 120 бат, 8 креветок больших. И получается мидии. От мидии не помню, по-моему, 150 бат мидии вышли, большие, крупные. Если в ресторане это заказывать, это все будет в 3 раза дороже. Сегодня пойдем опять на рынок. Мне понравилось. Очень вкусно. Вот рынок, до рынка дошли. С левой стороны на набережной есть вот такие посадочные места. Там футбол, волейбол играют. А через дорогу вот этот рынок. Сейчас время 6:30, он начал открываться, народу еще немного, поэтому движуха здесь еще более-менее спокойная, дальше будет ажиотаж. Получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Это вещи, аксессуары, принадлежности всякие разные, там посмотреть можно. А последних 2 ряда это продукты. Сейчас до продуктов дойду, покажу продукты. В принципе, кто-то брезгует, кто-то нет. Но палаток готовит много, посадочных мест много. Свежие соки готовят от 25 бат, 25, 30, 40 до 70 бат. И вот здесь вот все готовят людям.
брать можно смело. Это все соки, соки, соки. Ребрышки, хлеб, пончики. Тамьям здесь стоит 60 бат. Креветки 180-150. Здесь блинчики делают по-разному. Некоторые делают вот так вот, а другие делают на масле ванны. Блины очень вкусные. Будете, попробуйте. Крошит банан. Это банан с нутеллой. Есть разные названия. Уже на русском языке. Как пиццу раз завернул. Шикарный вкусный блинчик. Рядом с отелем вот так вот палатки готовят курицу, свинину. Здесь же разогревают, здесь же жарят. Все вкусно. В среду санитарный день. Лежаки и лежаки и шезлонги не выставляют. Пляж чистый. Люди приходят на своих гамаках, на своих лежанках, надувные лежанки. Ну, море шикарное. Ветер на улице сегодня, волна небольшая. Наш отель. Сегодня заключительный день пребывания нашего в Таиланде. Отдохнули хорошо, замечательно. Две недели пробежали практически незаметно. Отель понравился. Чистотой, конечно, особой не блещет. Но в целом все хорошо, все замечательно. Всем, кто выберет этот отель, удачного отдыха. Всего вам доброго!